Доброе время суток. Сейчас хочу поделиться одним, не знаю, может, лайфхаком или как называется. Короче, как ремни стали этот. Вы можете посмотреть, какие они загрязненные. Вот эта вот часть, которая рабочая ременя, какая она грязная. Видно, что она засаленная вся. Я уже один ремень распустил. Это вот чистая часть, которая внутри. Значит, что я делаю? Я просто снимаю их с машины. Разматываю все полностью до конца. Они перестали уже хорошо возвращаться, эти ремни. Туда все, больше никакой проблемы нет. Разворачивайте его до конца. Потом надо взять, как говорится, вот этот ремень. Одним пальцем держите его, чтобы он у вас не убежал. Проталкиваете его вот сюда, вот в обратную сторону. Вот это вот. Выталкиваете его сюда. Здесь потом у него стоит такой вот. Ну, на Opel я разбирал, это от Hyundai этот ремни. Там стоял пластмассовый, говорится, чопики. Выталкиваете потом этот чопик. Блин. Чтоб не убежал ремень. Вытаскиваете чопик. Потом снова сюда его. Пришлось на паузу нажать, потому что там были посторонние шумы, и потому вернулись. Продолжаем. Чопик мы выбросили, вытащили. Сейчас будем вытаскивать этот ремень в обратную сторону. Сейчас он прокрутился немножко, надо снова заставить вернуться. Значит, как, держим его сюда и вытягиваем его в эту сторону. Вот все, ремень вышел. И чтобы он, можно еще взять на один оборот, прокрутить, чтобы, говорится, сделать больше усилия. Чтобы на пружина больше усилия делала, потом на ремень. Это уже проверено, я уже это делал на других машинах. И это все работает. Потом, чтобы это во время этого, сейчас я буду все стирать в стиральной машинке. И ремень, говорится, этот механизм никуда не убежал. Я просто банально засовываю металлическую линейку. Вот и все. Просто запомните, куда, как потом собирать и все. Ну так, а сейчас все это засунется в мешок специальный и будет стираться в стиральной машинке на маленьких оборотах. Выжимка для этого не обязательно. Все.